Америка, которая сейчас в этом зале, не та Америка, за которую он погиб. Это Америка более жестокая. Его Америка была большой, где у каждого был свой голос. Остановитесь, или вас обвинят в неуважении к суду. Я уже слышал и не буду с этим спорить. Конгресс не принимает законы, запрещающие свободу и вероисповедание. Комиссии не нужны ваши лекции. Первая поправка, один из главных принципов. Это главная часть контракта, который гражданин заключает со страной. И этот контракт, конституция, несмотря на то, что это всего лишь листочки бумаги с подписями, этот контракт никто не должен пересматривать. Никто.